Спасибо, что вы с нами. В эфире программа «Недвижимость Греции за 60 секунд». И я, Владимир Ханукаев, представляю вам важнейшие события рынка недвижимости прошлой недели. Министерство окружающей среды продлевает сроки подачи заявлений в земельный кадастр для некоторых регионов Греции. Среди них Восточная Аттика, Биотия, Родос и другие. Европейский центральный банк обязал банки Греции прекратить деятельность в качестве агентств недвижимости. В течение 3 лет они должны продать большую часть своих объектов. Зеленый свет для приватизации старого афинского аэропорта, автострады Игнатия, компаний электро- и газоснабжения и других крупных активов дан на заседании правительственного совета по финансовой политике. Рынок краткосрочной аренды все больше переходит в руки инвесторов и профессионалов. К примеру, в Афинах профессионалы отрасли контролируют более половины всех объектов, сдаваемых туристам в аренду через онлайн-платформу. И в качестве объекта недели представляем вам виллу «Аэлия» на Миконосе. Объект сдается в аренду на летний сезон. Подписывайтесь на наш канал и следите за важнейшими новостями рынка недвижимости Греции каждую пятницу в 8 вечера по афинскому времени.